Есть такая притча царя Соломона. Принесли ему младенца, две матери которого утверждали, что это их ребенок. И Соломон сказал: «Разрубите этого ребенка пополам». Слушай, а давай ты маме скажешь, что ты по четвергам то у нее, то у меня. Ну, а то ты с ней 4 дня в неделю, а со мной 3. А ты им сказал уже, что вы 28-го улетаете? Ты если не хочешь ехать, надо просто сказать. Я хочу, чтобы ты знал, что мы тебя любим. Ты только останься с нами. Господи, я клянусь, если мы тут останемся, я... Брошить какого-нибудь моста. Сань, ты вообще, что ли, ничего не сказал? Я тебе его не отдам. Он что, твой? Козёл! Сука, 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 сука! Он уже не маленький. Сам решит. Папочка, я тебя очень сильно люблю, но не звони, пожалуйста. Перестань пудрить мозги моему внуку! Ты сам-то чего хочешь? Когда же мы все умудрились так просрать-то, а?